Закей, видеть Иисуса он хотел скорей, но народу много, а он растомал, и бодрей с душой он вперед бежал. Он хотел увидеть Христа глаза, он хотел услышать Его слова, он хотел узнать Божий путь святой, он хотел найти душе покой. Он горел желанием увидеть Христа и хотел услышать Его слова. На смоковницу забрался он, ожидая встречи со Христом. Он хотел увидеть Христа глаза, он хотел услышать Его слова, он хотел узнать Божий путь святой, он хотел найти душе покой. Подойдя, Иисус на него глядит, и Закею нежно Спаситель говорит: «О, Закей, скорее вниз сойди и благословение получи!» Так Закей увидел Христа глаза, так Закей услышал Его слова, так Закей узнал Божий путь святой, так Закей нашел душе покой. О, мой друг, и ты ко Христу подойди, в нем найдешь покой ты для своей души. Подойди же ближе, подойди, и благословение получи. Как Закей увидишь Христа глаза, как Закей услышишь Его слова, как Закей узнаешь Божий путь святой, как Закей найдешь в душе покой. Как Закей увидишь Христа глаза, как Закей услышишь Его слова, как Закей узнаешь Божий путь святой, как Закей найдешь в душе покой.